После вебинара, на который вы зарегистрировались, вы можете получить сертификат в вашем личном кабинете. Также в этом разделе вы найдете удостоверение о повышении квалификации, которое выдается по окончании онлайн-конференций и школ преподавателя. Убедитесь, что вы авторизованы на платформе. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу и выберите раздел «Сертификаты». В разделе «Будущее» вы увидите все предстоящие мероприятия, на которые зарегистрировались. Вы можете отфильтровать мероприятия по категориям или по сериям. Во вкладке «Прошедшие» вы найдете список всех прошедших мероприятий, на которые вы были зарегистрированы. Во вкладке «Сертификаты» вы увидите все сертификаты УПК, которые получили за посещение мероприятий Юрайт Академии. Здесь вы можете открыть сертификат, а также скачать его. Сертификаты УПК расположены в порядке от последнего выданного к первому, то есть сверху будут документы, которые вы получили последними.